Здравствуйте, друзья! У нас в Сибири стоит жара 34 градуса. И с непривычки, поработав под кондиционером и съев целую чашку мерзлых ягод, я прихватила то ли ангину, то ли грипп. Ну, в общем, косточки все ломит, и работоспособность понизилась. Ну, ничего, благо я знаю отличный рецепт, который поднимает человека с такими недугами за один день. Да это и недугом назвать нельзя. Если взяться за его лечение сразу же при первых симптомах. Недавно на моем канале вышло видео об израильском враче с 50-летним опытом Иосифе Воски. Так вот, он советует и рекомендует при первых признаках съедать лимон целиком вместе со шкуркой. А чистым соком лимона протирать в носу и в горле. Воспаленное горло проходит очень быстро, а носоглотка дезинфицируется на целых трое суток. Конечно же, не каждый из нас может в прикуску с чаем съесть лимон целиком. Поэтому давайте нашу задачу упростим и приготовим лимонный сахар. Готовить его необходимо прямо со шкуркой. Многие люди заблуждаются, когда счищают шкурку с лимона, ведь в ней в 10 раз больше витаминов и микроэлементов, чем в самом соке. Антимикробные эфирные соединения в лимоне чрезвычайно эффективны против инфекций и грибов, паразитов и червей. Не говоря уже о том, что лимон стабилизирует кровяное давление и уровень глюкозы в крови. Итак, нам с вами понадобится чисто вымытый лимон, сахар в пропорции 1:1. Если сахар вам противопоказан, возьмите качественный сахарозаменитель, натуральный, такой как эритрит или эритритол, и добавьте его уже по вкусу. Лимон нарезаем на колечки и вытаскиваем все зернышки, потому как они придают горечь. Все перекладываем в чашу миксера или блендера, насыпаем сахара или сахарозаменителя и как следует взбиваем, превращаем все в пышную однородную массу. Вот такая желтая масса у нас получается. Необходимо все переложить в стеклянную баночку или в две и хранить в холодильнике. Это если вы перекрутили несколько лимонов. Но если же лимон был всего лишь один, необходимо съесть его в течение дня. Добавляем горячий чай и пьем с удовольствием. Кроме лимона, не забываем усилить питье свежей малиной. И если нет противопоказаний, в прикуску употребляем 1-2 зубчика чеснока. И не забудьте по рекомендации протереть лимонным соком нос и горло. Тогда буквально через сутки вы снова будете в строю, и никакая респираторная инфекция будет вам не страшна. Всем желаю крепкого здоровья и до новых встреч!